Вермовский колледж Таллинского технического университета в минувшую пятницу вновь провел традиционную «Ночь ученых», которая собрала в стенах учебного заведения сотни людей разного возраста из многих городов Идавирума. Для гостей научного фестиваля были разработаны различные классы по разным направлениям, обсуждения в которых велись на эстонском и русском языках. Студенты колледжа, преподаватели, научные эксперты знакомили жителей Идавирума с наукой, технологиями, без которых сегодня уже сложно представить не только крупное производство, но и быт. Во время фестиваля можно было принять участие в интерактивной мастерской искусственного интеллекта, приготовить еду будущего, узнать, в каком направлении развивается химия, изготовить нехитрые LED-фонарики, больше узнать о здоровом питании, заняться экспериментами, попробовать себя в роли художников, узнать о сланцевой промышленности, заглянуть в будущее и поразмышлять на тему транспорта завтрашнего дня. Кроме этого, у гостей фестиваля была уникальная возможность заглянуть и в прошлое и познакомиться с компьютерными играми прошлых лет. Как сказала директор по развитию Вермовского колледжа Маре Розелехт, команда учебного заведения каждый год старается привнести нечто новое в научный фестиваль, затронуть актуальные темы и познакомить гостей с современными тенденциями в мире науки. Обратная связь, конечно, всегда очень положительная, но самое важное, что это мероприятие начинают ждать уже в конце августа. И многие спрашивают, будет ли в этом году опять ночь науки, когда это будет, какие-то рабочие комнаты будут и так далее. Так что все, я поняла так, что все очень ждут посетителей и ждут наши люди, которые это готовят. А также студенты, которых сегодня больше 30, которые ведут разные рабочие комнаты. Кульминацией 7-го научного фестиваля стал фейерверк.